Молодец, Сора. Скорей, Сора! Thank you.
Ты славный конь. Но! Нужно найти монаха, который управляет лагерем. Возможно, он сумеет прочесть карту, что я добыл. Зачем? Я уплыву с Цусимы. Вот увидишь. Господин Сакай, я так рад видеть вас. Дзюнсин, я должен был догадаться, что ты здесь. Чем могу служить, господин? Хорошо знаешь округу? Я организовал эти лагеря. Эта карта тебе знакома? Мы даем такие тем, кто развозит еду на телегах. Тут отмечены лагеря, чтобы никого не обделить. Это что, кровь? Посмотри, здесь только ваши лагеря. Я слышал, что в Ариака наши люди убивают друг друга. Предатели губят невинных людей. В клане Адати погибли женщины и дети. Помоги нам найти убийц. На этой карте отмечен маяк Ариака. Там у нас в лагере нет. Люди говорят, там засели разбойники. Не разбойники. Гораздо хуже. Прибыла госпожа Масако. Думаю, она захочет говорить с вами. Вообще всех убили. Что ты узнал? Староста деревни Кута может быть на маяке. Клан Адати построил это для Ариака. У предателя нет стыда. Садао защищает. Мы не сумеем подойти незаметно. Пусть. Дадим предателю время, чтобы он успел ощутить страх перед грядущим. Идем. Еле-еле стоишь. Почему Садао вас предал? Я обвинила его в краже риса. В том, что он ради денег обрекает людей на голод. Вы думаете, в Куте не хватало риса из-за него? Я не смогла ничего доказать. Но это было настоящее бедство. Я знала, что он что-то скрывает. Мерзавцы хорошо скрывают свою натуру. Снаружи охрана. Трус прячется на самом верху. Садао! Я пришла за твоей головой! Что это? Посмотрим. Конец тебе! Ему не победить. Вниз! Ждем. Не дайте со спины зайти! Пригнись!